Я хочу вам показать все, что вам нужно знать о коронавирусе. Комментировать я не буду, просто посмотрите и сделайте сами выводы. Опять-таки, все, что показывают, обычно открытые источники. И, конечно же, число новых случаев растет, ведь проводится больше тестов. Если бы мы тестировали больше людей на IQ, у нас тоже было бы больше идиотов.